За 40 хвилин. За 40 хвилин. Якщо вам цікаво, як взагалі живуть росіяни в нашому полоні, ось це їх табір. Це їх казарма. У них тут медичне обслуговування, у них тут дуже добре харчування. З ними тут дійсно дбають. Що взагалі розказати, чим хлопці, що вони тут їдять? Що? У них є певні стандарти по калоріях. То вони мають завжди на обід салат. І м'яско завжди, мають, я бачу. Завжди шматок м'яса, мають завжди гарнір. Мають фарш, мають хліб, який вони почують тут самі. Хліб смачний, можете спробувати. Скуштуємо. Можете скуштувати сьогодні. Винегретик. І це все зі свіжих продуктів. Все це зберігається в хороших умовах. Можемо показувати, показувати фіналістам. І раціон, тобто кількість калорій. І все це відповідає вимогам Женевських конвенцій. Триразове харчування, достатньо. Набирають вагу, ніхто не голодний. А яка кількість калорій має бути на добу? Дякую за обід! Коли ви попали в плен, знали ли ви то, що ваше перебування тут може бути іменно таким? Ні. А як ви собі це представляли? Та я взагалі собі це не представляв ніяк. Ну, вы чего-то ожидали от плена? Ну, то есть у вас были там опасения, страхи? Ну, как и у всех, да. Ну, сейчас вы можете сказать, что к вам хорошо здесь относятся, и, ну, то есть вы ни на что не жалуетесь. А почему решили прийти в Украину, чтобы воевать против них? Не я решил. Мобилизовали. То есть вы считаете, что вы были вынуждены прийти? Да. А ось тут повинні дивитися телебачення. У них є тут кухонька. Показуємо ваші нелюдські условия содержання. На секундочку, а це крамниця. Там, де вони щось там роблять своїми ручками, те, що не зробляють, вони можуть його купити собі. Покращений папір, всякі там гігієнічні штуки. До речі, це крекери, сухарики. Це магазини? Так. Магазини. І, до речі, новітні труси, шкарпеточки, я просто... Ну, якщо б я щось зробив, якесь страшне преступлення, я думаю, що ти чувствуєш. Так, ні. Якщо це великий крим, то він, можливо, відчуває вину, але не. І как-то так, то есть вы пришли, вам пришла повестка, вы пришли в военкомат, и подумали, пойду-ка я на войну убивать украинцев. Я не думал. Я думал, присяга. Так же, как ваши военные. Вы знали, зачем вы сюда идете? Вы одобряли эту войну? Нам вообще сказали, что мы не будем на передке, мы не будем участвовать в военных действиях, мы будем за место полиции в городах стоять сзади уже. То есть на передок нас не должны были отправлять. Так сказать, вы обманули. А почему никто из вас, ну, скажем так, вы же, наверное, могли, вы люди с оружием, вы могли бы, наверное, не пойти? Каким образом? Мы же не знаем, где мы. Мы даже не знали, где мы находимся. Сожалеете сейчас, что вы пошли все-таки? Знаете, нет, не сожалею, в принципе, потому что я ничего плохого-то не сделал. Я 4 октября приехал, 7 уже был в Крым. Во-вторых, я не стрелял людей. Мне не пришлось стрелять, это... Ну, для меня это плюс лично, я не знаю. Скажите, ну вы понимаете, что Украина не нуждается в том, чтобы ее освобождали? Понимаете, что захватническая война, а не то, что говорит российская пропаганда? Что никто не ущемляет российское говорящее население? Я не успел ничего увидеть. Вы поддерживаете эту войну, как внутреннее ваше убеждение? Вы считаете, что это правильно? Я не знаю, я не могу ничего сказать, я ничего не видел. Я видел, что показывает российская сторона по телевизору, я видел, что показывает ваша сторона по телевизору. Ну, по мне и там есть ложь. То есть не все, но все равно будут скрывать от народа, чтобы не было паники, там еще чего-то.
Я не знаю, как его у вас, в государстве. У нас, если человек дает присягу, я 18 лет, когда я пошел на срочку в армию. Я считаю, что я должен ее выполнять как гражданин. Но есть еще такое правило, сначала выполни, а потом скажи что-то против. Вот так в России. В России в армии говорят вот так. Ты должен выполнить приказ, а потом уже ты должен доложить вышестоящему начальству, что ты с ним не согласен. Но приказ ты должен выполнить. Что вы будете делать после победы Украины? После победы Украины? Это же не факт.